Алиса, ты должна понять, что если ты не пойдешь со мной, тебя могут убить. О, Дарина, вокруг нас столько опасностей, но ты остерегаешься только этой. Он должен скоро приехать, он обещал. Если он не приедет, то... Мне не важно, я не могу просто так уехать отсюда. Я твой отец или кто? Ты должна поехать. Это будет слишком опасно, ты понимаешь? Стоп, кадр! Мария, неужели ты не понимаешь, что во время съемок ты не должна убираться? Простите, я виновата. Начинаем сначала. Неужели ты не понимаешь, что если ты останешься, тебя могут убить? Ого! Ну ладно. Хотя моя работа тоже важна, ведь я убираю те самые съемочные группы. А если бы не я? Если бы не я, то кто-нибудь другой. И вправду, моя работа бесполезна. Вот все напокидали, а потом даже не задумывается то, что кому-то это надо будет убирать. Вся эта еда искусственная. Неудивительно. Ну, вроде бы все. Может быть, хотя бы похвалят. Что ты натворила? Я убрала здесь все. Я же тебе говорил, что я сам скажу, где тебе убираться. О, боже, что ты натворила? Тебе повезло, что они проходили по всей комнате. Фи, она уборщица и даже сама не понимает, что убирает. Держи камеру и сама восстанавливай, как здесь все было. Да так хорошо. А у нас пока что перерыв. Сидела бы на месте, и все было бы хорошо. Через некоторое время. Итак, кто у вас лучше всего смотрится на кадре? Это Ева, иногда Дори и Кира. Ну, правда, Еву мы редко используем. Мне нравится Дори. А кто я? Это? Да, это наша уборщица Мария. Хотя ее даже уборщицей не назовешь. Мне она понравилась. Можно ее взять? Но ведь... Да ладно, их знаете сколько? Я могу хоть своего отдать. Ну, ладно. Что? Подождите, я даже без понятия, в чем дело. Мы отбираем актрис. И если ты, конечно, не против работать уборщиком вместо того, чтобы сниматься. Ну, ладно, почему бы и нет. Ну все, отлично, всем это выгодно, я ее забираю. Нам это не выгодно. А мне все равно. Ну что, как тебе новая работа? Ух ты, еще один манекен привезли. Не обращаю внимания на этих обезьян. Пошли, у меня есть для тебя одно дельце. Надень это. Я хочу посмотреть, как на тебя будет смотреться. Ну ладно, почему бы и нет? Она к нам ненадолго, я сразу вижу. Ну как? Мне нравится. Что? О, слушай, смотри. Короче, признаемся, что... Так,
Хорошо. Кто первый? Давай ты. Не, давай ты. Блин, ну у тебя речь лучше. Не, ну вот знаешь, я стесняюсь. А, ладно, давай я. Ладно, иди пока что развейся. Или можешь познакомиться с кем-нибудь, но я не думаю, что у тебя получится. Давай. Хорошо. Эй, привет. О, привет. Я Кира, а это Роуз. Да, ты нам понравилась. Мы хотели бы провести экскурсию тебе. Кстати, Джонатан, с которым ты особо даже не успела познакомиться, он довольно добрый босс. Но мы даже не привыкли его так называть. Он больше типа партнера, так что можешь просто называть его Джонатан. Да, да, он типа очень добрый. Да, и знаешь... От работы можно просто так отпроситься и не пойти. Да, хотя можно даже не отпрашиваться, просто не приходить на работу, и он вообще тебе ничего не скажет. Да, да, и вообще, он такой добрый, это так шикарно. Угу. Да, да, еще знаешь, у нас такой монтажер классный. Ты можешь даже не позировать, а он все равно так сфоткает то, что было будет классно. Да, еще отмонтажирует хорошо. Крутяк, да, и вправду повезло.